Добрый день, уважаемые подписчики. Наконец-то пришла моя посылочка с сайта Chine Reaction. Это педали премиум класса линейки Dior XT Shimano PD-T780, производство Малайзия. Заказывал эти педали в первую очередь я из-за их универсальности. У нас с одной стороны обычная топталка для езды в повседневной обуви, с другой стороны, контакт типа SPD. Педаль выполнена из алюминия со встроенными светоотражателями. Вес каждой педали 392 грамма. Подшипники здесь используются типа конус-чашка. Насколько мне известно, такие подшипники не устанавливают в дешевые педали. Прикручивается педаль при помощи шестигранника восьмерки. Пружина на контакте достаточно жесткая, поэтому я сразу выщелкивание поставил на минус, на самое маленькое. Тоже здесь используется шестигранник троечка. В комплекте с педалями идут шипы. Вот такие вот, я их уже прикрутил. Это Shimano SM-SH56. Ну, шип как шипа, вроде как. Сразу вам скажу по поводу пылевлагозащиты. Не знаю, не испытывал, насколько она хорошо здесь сделана, но с виду вот эта вот выемка между гайкой и втулкой достаточно большая, и мне кажется, туда будет забиваться пыль и грязь. Ну, посмотрим, как на деле. В принципе, доволен, что заказал именно эти педали. На этом все. Подписывайтесь на мой стрёмный канал. Всем спасибо. До свидания.